Всем привет, с вами канал Автокаша, меня зовут Александр Грин. Сегодня у нас на обзоре BMW X5 в кузове E53, просто легендарнейший кузов. Автомобиль выпускался с 1999 по 2006 год, в 2003 году был рестайлинг. Кайфовая тачка, она как и в дорестайлинге, так и в рестайлинге смотрится круто, кайфово. Вот честно, изначально даже я не могу сейчас в этом обзоре вам признать, что не смогу, наверное, объективно говорить о каких-то проблемах и косяках этого автомобиля по той простой причине, потому что, ну, я к нему очень положительно отношусь, я люблю эту BMW. Меня просто будоражит вид, когда я еду за этим автомобилем, и вид сзади, вот эти, когда широкие стоят покрышки, они просто широченные, просто едешь за этим автомобилем, думаешь, блин, это вот ништяк что-то. Конечно, сыграл фактор, наверное, того, что вышли фильмы в виде Бумер 2, все тащатся по этому автомобилю. Ну и среди криминалитета в свое время он тоже в 2000-х годах пользовался большим спросом, и рейтинг автомобиля до сих пор остается на высоте. Мне кажется, все фанатеют по этому автомобилю. Даже если ты не любишь BMW, ты любишь BMW X5 E53. Однозначно ты любишь, потому что те тёлки, которые не любят гелики, они однозначно любят BMW X5 E53. Они тащатся, наверное, они вот готовы дверь открыть, они запрыгнут в этот автомобиль. По двигателям. Двигателя выпускали разные, ставили на этот автомобиль, как 3-литровый бензин, 4,4 литра, но это были на рестайлинг и дорестайлинг версиях, ставили также 4,6 силовой агрегат и 4,8. Компания BMW придумали такую фишку. Они подумали, что, блин, у нас нету внедорожника, а нам нужен какой-то внедорожник. Они взяли кузов E39 BMW пятерка, отсюда и название у нас, кстати говоря, X5. То есть X это X-Drive, то есть внедорожье, а пятерочка это что? Платформа пятерки, серии BMW пятерки. Но сам кузов нам напоминает BMW E46 Touring, то есть универсальчик такой, да. В тот момент, когда они создавали этот внедорожник 53-й, они за прообраз, так скажем, частично взяли еще Range Rover L322, потому что на тот момент компании BMW принадлежал концерн Land Rover, соответственно, они взяли некоторые конструктивные части и узлы, и все это вот вместе скомпоновали, состыковали, присобачили друг другу, и вот что у нас получилось. Получилась конфетка на самом деле. Есть свои проблемы, есть недостатки, но вот все преимущества, которые создает в нашей голове этот кузов 53-й, он перекрывает все на самом деле недостатки. Хочу поговорить о двигателе. О двигателе. Сейчас мы попробуем открыть. Ха. Вот так, такой ключик у нас. Здесь вот владелец у нас просто, он поддрачивает немного на BMW. Ну ладно, неважно. Вот сразу же, перед тем, как открываем дверь на автомобиль, есть такой конструктивный косяк у большинства BMW, это то, что ручки на морозе, они застывают, начинают ломаться, вот как вот здесь такой эффект мы видим, уже создался там тяги, они гнутся и, короче, жопа наступает, небольшой залет, либо если руки не из жопы, все это можно починить и сделать. Открываем капот. Сразу открываем капот, и конструктивная проблема, это когда тросик состоит у нас из двух частей, вот здесь он, там происходит полный пи***ц, вот, разрывается, и капот можем не открыть с первого раза, приходится там мастречиться, придумать, чтобы что-то сделать. Ну, мы открыли капот, у нас все это работает, все ништяк, под капотом у нас мотор М57, еще раз скажу, для меня это легендарный мотор, потому что обладатель многих премий в виде двигатель года, 3-литровый дизель, такие 3-литровые дизеля ставили на простые седан-версии. Двигатель у нас оснащен турбиной. Турбина у нас имеет ресурс в виде 150 тысяч километров, плюс-минус, это все зависит на самом деле от различных факторов. Один из факторов это там качество солярки. К болячкам я это не буду относить, просто это реальный ресурс самой турбины. Когда
Но вернулась сама турбина. Вам не обязательно менять всю эту там турбину. Можно поменять картридж в виде крыльчатки. Существуют различные дубликаты. Качественные, некачественные. Я думаю, что в этом деле нужно все-таки отнестись более добросовестно и поставить хороший, даже если дубликат, чтобы это был хороший, качественный экземпляр. Но если вы совсем нищий, но вы любите BMW X5 E53, у вас дизельный мотор, для нищих тоже есть отдельные варианты. Совсем для нищих можно поставить полное говно и еще пройдет некоторый период времени. Расходом масла этот двигатель сильно не славится. Как бы, ну, это не относится к какому-то там жесткому косяку. У кого-то кушает, у кого-то не кушает. В принципе, больше про этот двигатель рассказывать нечего. Есть некоторые моменты там с газораспределением, но это опять же не на всех моторах. Поэтому к конкретной болячке я это относить не буду. Все на самом деле будет зависеть от убитости и изношенности конкретного экземпляра. В принципе, больше здесь такого сверхъестественного ничего нету. Поэтому я думаю, стоит закрывать капот. Я не хочу ее засирать, просто нравится мне эта BMW. Идите в жопу. Закрываем капот. Особенная большая болячка всех иксов — это их подвеска, ходовая часть. Убивается она просто, ну, быстро, особенно по российским дорогам. И еще быстрее, в два раза она убивается, если вы выезжаете на бездорожье. Да, это паркетник. Автомобиль был предназначен вроде бы как для бездорожья. Но на самом деле, если сравнить с тем же самым конструктивным связанным Range Rover L322, то Range Rover был предназначен конкретно для бездорожья. А все-таки это у нас частично седан BMW пятерки. И автомобиль был заточен под спортивный... под спортивный стиль езды. Поэтому автомобиль, ну, честное слово, не предназначен для вылазки каких-нибудь путешествий по внедорожью. Разбиваются шаровы, разбиваются сайлентблоки. Это прям беда, наверное, и болячка всех владельцев. Они бедные за голову берутся, потому что все-таки запчасти на BMW, они не дешевые, есть дубликаты, которые стоят намного дешевле, эти нищенские варианты. Но они, ребята, не для вас. Все-таки нужно любить свой автомобиль и ставить хорошие, добросовестные запчасти. По рулевой рейке есть тоже проблемы. Со временем появляется там на 150 тысяч километров люфт. Но нужно также обращать на это внимание. Есть такой момент, когда вам кажется, что рулевой рейки пришел конец. Вы просто приезжаете на сервис. Хорошие сервисники, которые не пытаются с вас содрать бабки, они говорят, что, как бы, чувак, у тебя просто наконечники навернулись, меняйте наконечники, все, люфта никакого нет. И есть такие моменты. Сервисники BMW, идите в жопу, вы достали реально тянуть деньги с владельцев BMW. Вы какого хера пацанов разводите, а, ребята? Че вы, блядь, совсем что ли охренели? В общем, по ходовке, еще по ходовке есть пневмо-версии, но опять же, по пневмо это такая очень щепетильная тема, кто как ездит, какие дороги у нас находятся в вашем регионе, где вы ездите, в принципе, или в какой стране, может быть, вы где-то едете по Германии, вы вообще не думаете, в принципе, об этих мелочах, скажем так. Вот, диски у нас стоят тормозные, как сзади, так и спереди. У нас вентилируемые, но не перфорируемые. Так, откроем багажник. Вот так у нас открывается багажник. Задняя верхняя часть откидывается. Можно загрузить туда какие-то покупочки в магазине. Даже если у вас есть коляска, если у вас есть семья с маленькими ребятишками, все удобно положить. У нас есть маленький ребятишка. Как у добросовестного бэушника, у вас должна быть какая-то книжечка либо буклет о том, что вы относитесь к касте BMW, BMW-водства и фанатов BMW. Я думаю, он не сильно предназначен для того, чтобы туда что-то загружать. Откидываем нижнюю часть задней двери, и у нас уже большая зона загрузки. Можно выехать на природу, там, где не сильно такая прям убитая дорога, чтобы не застрять на этом МВ и не ушатать ходовочку. Поставить сюда что-то там, разместить на такую, на рыбалочку выехать, как бы, где дорога более-менее нормальная. Покушать здесь можно. Ну, в принципе, ничего такого. Больше здесь нечего рассказывать.
задний ряд сидений у нас откидывается, то есть объем багажника становится еще больше. Холодильник, машинку, если вы вдруг, конечно, захотите перевезти, можно перевезти. Но я вам, сука, не советую. Не надо гробить тачку всякими там необходимыми. Не надо гробить тачку всякими ненужными вещами. Есть полочки, отсеки, то есть что-то можно загрузить, положить. Перейдем в салон автомобиля. Задний ряд сидений, места здесь очень достаточно, кожа сохранилась, автомобиль уже имеет пробег в виде 210-218 тысяч километров, если не ошибаюсь, да, 217 написано. Все очень, вот мне почему нравятся такие моменты в BMW, они даже вот вроде бы простые, но вот есть вот у них запах вот этого лакшери, вот этого комфорта, все очень гармонично сделано. Да, я еще раз объясняю, это не совсем объективный обзор, потому что мне нравится E53. Ну, реально, он мне нравится. Форма сидения не такая, как на всех автомобилях. Здесь, так скажем, ломающиеся спинки. Поэтому и сидеть удобно, и более безопасно передвигаться на передних сиденьях автомобиля. Ну, это я то, что я вижу на заднем сидении. Здесь комплектация хорошая. У нас есть подогрев задних сидений. Жопе вашей будет комфортно, тепло и уютно, особенно вашим ребятишкам, если вы вдруг будете ездить на этом автомобиле с детьми. Хотя я знаю, что многие владельцы, это семейные владельцы, а не только пацаны, которые телок цепляют. Как мы уже видим, здесь вот у нас есть специальное кресло для ребятишек. Даже треугольничек есть. Вылазить на самом деле из автомобиля немного некомфортно с задней части, хотя вроде бы проем большой, но нету никакой подножечки и создает некоторый дискомфорт. Вот сразу полочка такая удобная, оп, и документики сюда свои какие-то положил. Вот мне нравится еще... Подожди, ты что, под член, что ли? Момент такой мне нравится на самом деле, когда аварийка расположена не где-то спереди на панели, и когда ты едешь... Ну, конечно, все привыкли говорить спасибо, если вас пропустили, а вас обязательно пропустят. Ты, конечно же, за рулем X5 и 53-го кузова можешь и не говорить спасибо, потому что, да иди ты в жопу, как бы ты меня пропустил, ты меня обязан пропускать. Но все же, приятно, когда кнопочка аварийки находится где-то под рукой. То есть у тебя рука находится на подлокотнике, ты такой едешь, тебя пропустили, ты такой оп, нажал, оп. Опять нажал. То есть не надо куда-то рукой дотянуться, ты вот он. Панель вообще здоровская, супер. Вот эта текстура, на самом деле, она такая матовая, она привлекает очень внимание. Это прям схват. Это тут как черная дыра бездна, которая забирает весь твой взгляд, и ты смотришь на нее и думаешь, классно, классно. Что-то напоминает, возможно, Алькантару. Ну, все, конечно, заморачиваются. Многие дрочат на этот X5 и весь салон в эту Алькантару там зашивают, обшивают. Хотя на самом деле в стоке это выглядит очень даже хорошо. BMW машина все-таки, наверное, больше на пафос. Я это прекрасно понимаю, и мне это, конечно, нравится. Но вот смотришь, вот климат у нас здесь, да, есть. И вот хватит это с 80-х годов клепать, вот эту всю эту хрень. То есть даже мы садились в кабрик 2008 года, и там все то же самое. Все как-то, ну, допотопно. Видики, помните, были старенькие? Вот все те же самые такие же кнопки. Они вроде бы массивные, пластик качественный, но все это как-то выглядит, ну, разочаровывающе. Мультимедиа. У нас есть мультируль, мы можем подключить телефон. Здесь у нас в перчаточном ящичке вот есть для телефона место. Еще что-нибудь можно положить. Что это? Это что, типа... Перчаточный ящик у нас не особо большой. Тоже можно что-то загрузить, положить такое небольшое. Владелец автомобиля у нас, вот видите, всякие мелочи перевозит, а не сами перчатки. Возвращаясь в мультимедию, ну, на 2004 год, мне кажется, это на 2003 год, там, 2002 год, мне кажется, это было неплохо, то есть очень даже хорошо. Хотя, конечно, на современную вариацию, на современный Влад это уже как-то смотрится древненько. Наступило время прокатиться, нужно пристегнуться, не забываем пристегиваться. Что это, Семен Семенович? Что это такое? Это просто лишний дискомфорт. BMW Motorsport. Ребят,
Ну, это неправильно. Ну, серьезно. Я, конечно, понимаю, что они прям кайфовые. М там написано, все это супер, но это неправильно. Надо пристегиваться. Ну, несерьезно, блин. Ну. Ребят, ну вот конструкторы в BMW-концерне, они там старались, трудились, создавали этот автомобиль, причем очень безопасный. Этот автомобиль получил хорошие отклики и отзывы по безопасности, по вот этим вот тестам. Они реально трудились, старались для того, чтобы вы, если вдруг куда-то что-то попали, и вы вышли из ситуации живым, целехеньким, и пошли купили новую BMW, потому что вы понимаете, что вам это сохранило жизнь, поэтому не забываем, что нужно пристегиваться. Все здесь продумано для того, чтобы вы были в безопасности. Что касается коробки передач, здесь у нас стоит ZF, они оснащались как автоматами 5 и 6 ступенчатыми, так и механикой 5 и 6 ступенчатыми. У нас это автомат. Большинство иксов оснащены автоматами. Но вот вы решили поменять масло в коробке. Это прям вечная какая-то проблема BMW Волов, особенно которые идут на X5. Поменяли ребята масло, и все. И машина падает в аварию. То есть коробка падает в аварию. Вы начинаете кипишить, думать, что же произошло, блин, что, как. Начинаете ехать в сервис. Как обычно, все сервисники, которые обслуживают BMW, они тебе, блин, все, здесь, короче, капиталить надо коробку, надо заряжаться, вот, готовить сумму денег. А на самом деле все просто. Вам просто нужно сделать адаптацию коробки. В общем, как это делается? Нажимаем педаль до кикдауна, до кнопочки, включаем зажигание, тем самым мы сбрасываем там или устанавливаем адаптацию, то есть нашей коробки. Не надо никаких сканеров, никаких дилеров, ничего не надо. Все делается на самом деле просто. Я не знаю, почему так вот похабно, наверное, относятся вот, вот эти вот ребята, которые там делают эти автомобили. Они же знают, они реально знают. Они просто собирают бабки, либо вообще вам навешивают на мозг, что все, в вашей коробке хана пришла. К беде, можно так сказать, отнести, к конструктивному косячку, это проблема гидроблока. То есть так же, как и на Мерседесах, и на Ауди, здесь у нас стоит плата. Ну, на Мерседесах это 7G-троник, тёчки какие-то. На Мерседесах это 7G-троник, здесь у нас ZF, как я уже сказал. Плата имеет свой ресурс, поэтому будьте готовы, что со временем, с большим пробегом, там около 150 тысяч километров, плату придется поменять. Рулится просто кайфово. Вот реально кайфово рулится. Прям руль плавненький, такое все перемещение такое. И четкость вот чувствуется. Ты чувствуешь, что ты не на каком-то вот внедорожнике едешь, хотя он, допустим, у нас на пружинах, но ты не чувствуешь вот этого козления на самом деле. Вот это удивительный этот момент в жесткости ходовой части 53-го. Ты не чувствуешь себя козликом. Ты чувствуешь, что ты едешь на каком-то вот почти седане, скажем так. Хочу поговорить о надежности. Вот если вы надумали купить себе BMW X5 в кузове E53, то мой совет, чтобы вы покупали дизельный автомобиль, ну, с дизельным мотором, как вот именно наш экземпляр. Понятно, что жесткого такого навала он вам не даст, как, допустим, тот же самый 4,4 литра знаменитый мотор от BMW, но двигатель будет реально неприхотливый. Ну, конечно, такие факторы, как качество солярки, играют очень большую роль. Но во всем остальном, то есть реально надежный будет автомобиль. Да, как я уже сказал, проблема с турбиной, но это, наверное, не конструктивный косяк, просто ресурс. Поэтому к проблемам я это относить не буду. Наш автомобиль был на пневме, но владелец заморочился, поставил пружины. С этим проблем нету, то есть как пружины, так и пневма. Но вот владелец захотел ездить на пружинах. Потому что разницы как таковой от мягкости, плавности езды здесь нет. Я говорю, что автомобиль, он у нас не на пневме, но у него нет вот этого вот присущей, как всем остальным внедорожникам, козлячести. Вот это вот прыжки какие-то, дергания. О, еще один экземпляр. Наш-то бодрее. Трехлитровый, только не дизель.
обычными манипуляциями поменять одно на другое. Без колхоза автомобиль становится как пневмо, как и наоборот, из пневмо на пружина. Подрывает так, как нормально. И ты не чувствуешь, что это дизель? Ты не чувствуешь, ты думаешь, блин, что за зверек у меня под капотом? А это всего лишь 3-литровый дизель. Расход в среднем по трассе составляет примерно 10 литров, там можно чуть-чуть поменьше, где-то при скорости 120 км в час. Но как бы ты ни наваливал на этом автомобиле, как бы ты ни наваливал, расход будет максимально 15 литров солярыча. Опа, С. Это что, наш КамАЗ едет, что ли? Ну, бетономешалка мешает бетон. Это, походу, наш обзорный КамАЗ. Есть какие-то недочеты, которые, конечно, тебе могут не понравиться по, самое главное, по стоимости обслуживания этого BMW. Есть какие-то моменты, может быть, кому-то что-то не нравится, там какие-то вещи по салону. Хотя мне по большому счету все устраивает. Да, единственное, говорю, вот климат, что, ну, лично меня не радует, что какой-то отголосок 80-е еще есть. Но фанатам это нравится все в совокупности. Вот приборочка тоже вся информативная, все четко и понятно. Понимаю, что это не спорткар какой-то, но все равно подхватывает очень с низов хорошо. Поворачивает прям тоже изумительно. Понятно, что если сравнивать с тем же самым E70, то там уже другой автомобиль, но философия BMW сохраняется как и в старом кузове в виде E53, так и в последующих. Все это чувствуется. К заключению, что можно сказать? Вот если вы любите этот автомобиль, и вы нищеброд какой-нибудь, который считает копеечки, реально для нищеброд, эта тачка не для вас. Вот реально, купите, идите Ниву себе и едите на ВАЗе, короче, не пудрите никому мозги. Не надо скупиться на вот эти вот какие-то, возможно, конструктивные недочеты. Исправляйте, вкладывайте в этот автомобиль. Он будет приносить удовольствие не только вам, он будет приносить удовольствие окружающим. Используем только оригинальные масла. Стоит дорого, но нищеброды мимо. Вон Нива. Просто любите этот автомобиль, ребята. Занимайтесь с ним любовью во всех пониманиях и всех смыслах. И он не будет любить вас. Он будет как сучка задористая тратить вам мозги, но приносить удовольствие. С вами был канал Автокаша. Меня зовут Александр Грин. Ставьте лайки. Ставьте лайки этому BMW. Если вам нравится BMW X5, вы уже обязаны поставить лайк. Всего доброго и удачи, друзья!